На ГТРК Башкортостан сегодня прошел день Башкирского педагогического университета имени Мифтахиддина Акмулы. Говорили о новых тенденциях в образовании, цифровизации и дистанционном обучении. Материал Эльмиры Шаеховой. Педагогу 21 века мало просто знать свой предмет. Необходимо быть технически подкованным. В прямом эфире программы «Доброе утро, Республика» на башкирском языке представители Акмулинского университета рассказали, как цифровизация изменила образ учителя. Тему продолжили в эфирах радиостанции «Маяк» и «Радио Россия». В медиацентре «Россия», который оснащен по последнему слову мультимедийной техники, состоялась онлайн-пресс-конференция. Здесь объявили об открытии на базе БГПУ нового центра сопровождения профмастерства. Говорили и о переходе на дистанционный формат обучения. Сегодня мы не только обучаем в ЛМС, так она у нас так называется, но мы и принимали экзамены, мы и принимали госэкзамены, дипломные работы. Более того, практически вся приемная кампания прошла в удаленном режиме. Современное образование строится на IT-технологиях, уверенно в ВУЗе. Поэтому все самое полезное для школьников, студентов и педагогов сосредоточили в Центре роста цифровых компетенций. Эльмира Шаехова, Салават Валеев, Вести, Башкортостан.